Иркутской области замечательного иркутского музыканта, композитора, замечательного организатора и просто любимого нами замечательного человека Владимира Георгиевича Плоткина.
сегодня вам на ваш юбилейный творческий вечер пришли добрые, умные люди, которые откликнулись на ваше приглашение, и такой зал веселится. Это не несчастье. Я хочу сказать, что, безусловно, вы знаковая фигура музыкальной жизни города и области. И одно поколение путян, я лично воспитан на ваших песнях. Вам принадлежит реализация, ваша заслуга в реализации многих масштабных музыкальных проектов. А самое главное, это ваши ученики. Ваши ученики, которые и здесь, в Иркутске, в учебных заведениях, в филармонии. Ваши ученики, которые разъехались по всей России. И сегодня юбилейный творческий вечер, который, конечно же, является определенной вехой. Хотелось бы пожелать, чтобы вот это счастье творчества никогда не покидало вас, чтобы мы всегда имели радость общения с вами, как с музыкантом. А самое главное, точнее, не самое, конечно, главное, но одно из самых главных. Вы дарите людям столько добра, столько тепла, и ваше умение дружить, оно заслуживает самого-самого искреннего уважения. И я не знаю, есть ли здесь человек, который не испытал вашей доброты, которому вы так или иначе не помогали, на призыв которого вы не ответили. Дорогой наш Владимир Георгиевич, примите вот эти вот знаки внимания официальные, примите вот эти вот сертификаты, примите вот этот подарок, который называется «Байкальский шторм». Вы сами как шторм.
сердца целующим поздравить нашего уважаемого Владимира Георгиевича красным юбилеем. Это еще только вторая молодость. Я думаю, что на второй десяток, шестой десяток лет, ему придет еще больше вдохновения. Вы услышите прекрасные, великолепные песни. Я от всех еще поздравляю с днем рождения. Желаю всем прекрасного здоровья, бодрости, настроения хорошего. Конечно, прекрасных новых песен, чтобы они радовали наш слух всегда. Счастья ему. Спасибо. Благодарная песня на стихи Владимира Скипа. Поем вместе.
концерт. Сразу стало легко и тепло. И в то же время она очень поэтична, ваша музыка. Я не помню ни одного городского мероприятия, которое бы мы не открыли вашей песни или не закрыли бы вашей песни. И мне кажется, это уже как само собой разумеется. Понимаете, вот даже нет никаких дебатов, что и как делать в концерте вначале. Все само собой разумеется. Есть теперь у города эти чувства. Поэтому здоровья вам. Приумножайте свои творческие силы. Мне кажется, мы как раз вышли на ту самую черту, когда творческие силы должны еще более мощно раскрыться. А вы нам очень сильно нужны. Сегодня я поздравляю вас, ваших близких, которые вы нам дали, супругу вашу, за то, что вы для нас сделали все, чтобы сохранить вот эту звездочку и талант для нашего города. Всех ваших друзей, кто собрался в этом зале, говорить легко, можно много говорить. И в то же время трудно говорить, как будто перенасытить свою речь эпитетами. Поэтому примите, пожалуйста, от всего сердца и от всей администрации города Иркутска вот этот вот букет, осенний, красивый, яркий букет прежний.
как раз вот тому человеку, которому была посвящена эта песня, и заводу строительных машин. Продолжались поздравления. Я с удовольствием приглашаю на
Основное училище культуры. Владимир Георгиевич, наши студенты и преподаватели очень хорошо знают ваше творчество, знают вас как талантливого музыканта и композитора. Мы все творческие люди. И многие из тех, кто когда-то учился у вас, они сегодня в этом зале. И те, кого в этом зале нет, они все знают, что особенное сегодня день. И мы хотим, чтобы ваше дальнейшее творчество, ваше замечательное качество человека, они по-прежнему служили людям. И ваш плодотворный труд был узнаваем, любим и был бесконечен. Мы вас любим, глубоко уважаем. Я всей души поздравляю вас с этим замечательным двойным юбилеем. Этот букет непростой. Это сочинение нашего коллектива художественного училища. И это не просто бамбук, это скрипичный ключ. Чтобы было понятно. Сподвижный, творческий.
царапин, и большом не выдавал. Отсутствовали неликвиды, и помню все, как зал вставал, сраженный прежней Аидой. Какой бы ни была стезя, или взлет, или творческие муки, культуру ведь предать нельзя и не отдать в чужие руки. И чистой трепетной рукой, звучащей душой и сердцем, творите скромный подвиг свой, чтоб каждый мог душой согреться. Примите наше поздравление в такой чудесный юбилей. Здоровья вам и вдохновения на много лет, на много дней. Да будет путь всегда красив за Лебединова и коллектив. Областного училища культуры Александра Горбачева. Одна из первых любимых песен «Комсомольцы Иркутска». Он сейчас на стихи будет петь песню. Yeah.
хорошо это выглядит. Хорошо. Друзья, ну, мы все знаем про Владимира Георгиевича как талантливого композитора, музыканта. Мы же знаем его еще как незаурядного общественника. Когда 3 года назад мы начали объединять общественные организации в Совет общественных объединений при региональном правительстве партии, Совет композиторов из первых участников. И сегодня Владимир Георгиевич является приглашаю на сцену еще одного
Вы знаете, Владимир Георгиевич, ваш юбилей совпал с юбилеем, со столетним юбилеем Российского профсоюза. И к этому замечательному юбилею выпущена медаль, официальная юбилейная медаль. Это медаль награждаются люди, которые понимают человеческие проблемы, которые своей теплотой согревают своих коллег. В том числе и Владимир Георгиевич, нам замечательный юбиляр. Поэтому позвольте мне от имени Федерации независимых профсоюзов вручить вот такую прекрасную медаль. Удостоверение. Yeah.
Это было по-настоящему так. Самые лучшие музыканты.
огромной благодарности, которую я испытываю к вам. Я хочу поблагодарить вас от Иркутской филармонии, которая вас любит, уважает, почитает. Я хочу, чтобы прежде всего вы были всегда здоровы. Если вы будете здоровы, то при вас и ваш талант, и ваши песни, и прекрасное настроение, ваша доброта, ваша душевная щедрость. И все музыканты Иркутска, я думаю, меня поддержат. Мы искренне желаем вам счастья и здоровья. Спасибо.
любовью читательницей его. Твои песни сегодня любимые и слушаются всеми вертикально. Песни стали классикой песни Иркутской. И прошу принять самые сердечные поздравления от коллектива Иркутского государственного университета, а также его выпускников. Когда Владимир Григорьевич писал песню, не песню, а гимн, как в университете, я определил у него, в чем заключается дар и талант. Вы знаете, только ты можешь сказать? Боже. А? Боже. Короче. Я думал, что может быть, вы знаете, дело в том, что время идет, как и кто-то, уже не остается 3 месяца. Один дает. Ты знаешь, прежде всего нам нужно войти в студенческую, вжиться в жизнь профессора. Подышаться студенческим воздухом, после этого мы тебе создадим гимн за неделю. Так оно и было. Поэтому Владимир Григорьевич, как композитор, как артист, прежде чем создавать что-то, вначале вживается в образ, вживается в коллектив. Ирбузские дали нам и на зале 30 лет.